Вот такая вот, в общем-то, ребятки, у нас лажа. Кто подписан на канал, там и в разделе сообщества видел, видели, сколько, два дня назад я выкладывал картинку вот эту, и это великая трагедия, нашего вот этого всего большой охоты за яйцами, потому что, как вы знаете, у нас есть задание, которое нужно 4 раза в день выполнять, это собирать еду. То есть собирать еду 4 раза в день, чтобы выполнять условия и зарабатывать очки. И я, в общем-то, промахнулся и поставил еду на 3 дня. То есть я не смогу выполнять это условие 3 дня, а это значит 3 дня... ну пусть, допустим, я там ночью сплю, один раз пропускаю, то есть у нас получается 3 раза в день и 3 дня, это 9 раз я пропущу, и 9 раз, это у нас где-то минимум по 400 очков, а скорее всего будет и больше, то есть я пропускаю стабильно, около 4000 очков я просто потерял на вот том, что промахнулся и поставил не ту еду. Вот такая вот, ребята, у нас случилась лажа, так что... А я-то надеялся, что это будет мой первый замок, который я пройду полностью. Он всего лишь был такой короткий. Дней вроде осталось еще немало, но что-то мне кажется, что фигушки я смогу это сделать. Потому что, ну, много очков я теряю. Ну, и точно я уж не смогу собрать пазловую принцессу. Ну, ладно, не будем, скажем так, отчаиваться. Давайте что-то будем делать. Так, у нас есть новенький дракончик, которого мы должны прокачать. Так, стоять. Вот это максимальное отдаление. На телефоне уже после обновления так можно далеко отдалить, что эти яйца вообще не видно. А, блин, а вот с эмулятора, ну, никак не получается отдалить дальше, чем вот это. И, в общем-то, вот кто у нас есть. Я его давно собирался прокачать. Это у нас... дракончик-рыцарь. Ну, всем понятно, что рыцари, драконы — это враждующие такие существа, скажем так. А у нас тут два в одном. И дракон, и рыцарь. Давайте будем его кормить. Пусть он откроет забрало. И, знаете, как это? Открой свои лючики, гуль, читай. Да, он жует доспехами, судя по всему. Ням-ням-ням. Прикольно так шагает. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так, ну этого можно откормить сразу где-то уровень на 16, и мы, думаю, и выполним все эти условия. Вот когда нам перестанут давать яйца, значит, пора прекращать кормить. Ну, примерно уровень 16. Даже, по-моему, уже сейчас перестали давать. Да, 4000 мы потратили, нам уже не дали очки. Значит, мы выполнили наши условия. Так. Видели, что он сделал? Махнул рукой, мол, давай, на. И сам иди. Лентяй. Прикольный, короче. Все, давай, возвращайся на место. Давайте глянем, что у него по показателям. Дракон-рыцарь необычный. Так, рыцарь-дракон чрезвычайно серьезно относится к данной им клятве защищать своего тренера. Он не дает тренеру идти купаться, пока не прошло полчаса после еды или... переходи дорогу, не посмотрев прежде по сторонам. А при чем тут купаться, пока не прошло полчаса после еды? Чё-то я не помню такой поговорки. Не купайся на полный желудок, а то утонешь. В общем-то, вот такой вот у нас дракончик. Металл плюс энергия. Ну и такие показатели. Отлично. То есть мы выполнили наши условия по кормлению. Вот это вот условие накормить драконов. Так, собрать золото мне еще разок осталось. Битвы я уже вышел. Ну, скрестить драконов, кстати, у нас тоже должно получиться. Так, у меня как раз здесь есть место. Где-то у меня уже здесь должен был болтаться. Так, здесь у меня огонек на следующее кормление есть. Вот есть второй. И вот у нас тут есть где-то свободное место. Я приступил к выведению, как вы поняли, уже нового дракона. Так, 12 часов. Вот вкусняшку я вывожу, это облако плюс гейгер. Так, сколько у нас там осталось? А почему не пишется, сколько дней осталось? А, 5 дней. Давайте сейчас попробуем кирпич плюс туземец. В общем-то, у меня здесь ничего не написано, ребята, что это нужно, чтобы драконы были заколдованными. Но мы помним, что эта штука, выведение леопарда, относится к
колдовскому выведению. Вот, и куда нас сейчас оно бросит? А ну-ка. Смотрите, бросило нас в колдовское выведение. Давайте приступим начать. 266 очков, 8 часов, ну, это вряд ли то, что нам нужно. Да, эпик не получится за такое время. Ну, ладно. Так, давайте сейчас соберем. Еще у нас тут 4 плюс 4, все, 8 очков. Мы выполнили уже все условия, которые могли. Получается, да, ну, еду, как вы поняли, я не могу выполнить. Вы скажете, ты можешь пропустить, я тоже, я бы потратил все свои даже 257 кристаллов, чтобы пропустить, но пропустить одно стоит сейчас 100, а у меня, смотрите, сколько ферм. Тут надо 2000 кристаллов, чтобы это все дело ускорить, а было по 125 день назад. В общем, жутко дорого ускорять еду за кристаллы, то есть вообще неадекватно. Потому придется мне ждать еще почти 3 дня, ребята. Еще почти 3 дня, акция идет почти 6, короче, ну, вот половину времени оставшегося я провтыкаю частично. Так, давайте здесь я качнул гипносу ветер. Ну, не ветер, а открыл ему стихию, да, стихию ветра. О, проснись. Вот он проснулся. И шикарно. Так, больше мне вроде кормить его сейчас не надо. Это в рамках прокачки наших храмов. Вот это храм ветра, да. Вот, гипнос нам добавил еще одну штуку. Еще остается 3 дракона, но это нам не важно. Нам первостепенно качать... О, да мне тут золото целое состояние несобранного. Нам в первую очередь важно, конечно, качать драконов металла. Но опять же, тут же лажа такая. Я не могу прокачать дракона архангел выше 40 уровня сейчас. Вот он у меня здесь. Я его заколдовал на 2 звезды. Да, но прокачать его дальше или заколдовать на 3 звезды я не могу. Потому что мне не хватает для колдования осколков легендарных. А чтобы прокачать, ну... Нужно храм, храм металла, ребята. Нужен храм металла 4 уровня. А для храма металла 4 уровня нужно прокачать еще 4 драконов с металлом на 30 уровень. Представляете себе? Это просто караул. Так, кстати, вот принц один из тех драконов, по-моему. Да, вот металл и ветер. Мы одним кормлением убьем 2 зайцев, так сказать. А вообще я качаю ураган, по-моему. Урагана, да, 27 уровень. 63 тысячи. Раз, два. Раз, два. Три. Ну, не хватает. Ладно, не буду кормить. Ну, мне, то есть, его еще нужно потом троих, короче. Ну, как я говорил, около по миллиону на каждого нужно. Так что в рамках этого мероприятия замкового я не смогу использовать дракона Архангел, скорее всего. Потому что он будет слабым. Ну, с помощью гнева дракона, может, мы что-то там распетляем. Так, мы сейчас находимся на 4-м этапе. Я тут пока... Так, а ну, блин. Так. О, вот так вот больше не отдалиться. Так, где эти зайчики? Давайте снова найдем всех зайчиков, не знаю. Ну, повторно их клацать не надо, насколько я знаю. Ну, я, в общем-то, прошел уже здесь все. И самое удивительное, это просто дичайшее невезение, ребята. Самый первый сундук был с ключом. Представляете себе? Самый первый. Самый ближайший. Я уже все здесь открыл. Как видите, 4 из 4 собрал. Так, а мы сюда даже не дойдем. У нас очков не хватит. Да. Ну, обидно получилось. Ну ладно. Что ж поделаешь, бывает. Бывает, ну, 5-й уровень будет коротким, конечно, 6-й будет длинным. Будет длинным. Ну, небольшой шанс есть у нас на получение лепестка, но хотелось бы, конечно, все получить, но увы. Увы, это у нас, кстати, легендарный дракон, да. Был бы. Ну, атака 72 чисто для коллекции. Расстраиваться я не стану. Но как-то, да, стимула там супер собирать эти очки уже как-то нет. Все равно не смогу собрать достаточное их количество. Вот такие вот дела. Так, что у нас тут по колдовству? Давайте заглянем. Так, так и так. Погнали.
Так, здесь я здесь 609 очков, то есть меня никто не подвинул. Давайте найдем минус 16 хотя бы. И пойдем сразимся. Минус 16, отлично. Ингвар, он тоже у нас металла. Я его, кстати, у меня тоже, он, по-моему, по всем стихиям был прокачан. И давайте берем нашего факела. Так, здесь уже две звездочки. Остальные дракончики для подстраховки, если что. Агнес. Та-дам! Так, я вот только что, ну, так, сегодня, в принципе, обратил внимание на небольшой вот косяк. На косяк того, в которой, какой мы лиге сейчас находимся. То есть мы находимся, да, там, выше 300 кубков, получаем боевые сундуки, получаем лучшие награды, вот, из-за того, что мы находимся в четвертой лиге. Но я могу выполнять здесь не больше 3 сражений за раз. То есть, ну, за день, ну, реально получается там где-то 9-12 сражений я делаю. И есть косяк, да. Осколки мы получаем более качественные, но мне нужно же зарабатывать вот эти вот очочки, щитики. Где эти? Где это у нас очки? Вот, вот эти вот очки нужно зарабатывать. А как они вообще называются? В общем-то, бог его знает, конечно, очки колдовской арены. А, это нужно для того, чтобы сливать осколочки. Ну, вот такие вот, да, допустим. А мы, поскольку я реже дерусь, так я мог 5 раз, там, 4 раза по 5 сделать, то есть 20, там, 25 боев против 9-12. То есть мы получаем меньше вот этих вот осколочков. Ну, посмотрим. Может, придется опять откатиться, чтобы посражаться больше. Ну, пока мы держимся здесь. Давайте берем нашу осень. Ой, нет, осень. Осень. И идем сражаться. Так, 41 на 3 звезды, это нехорошо. Это довольно сложное. Сложное будет у нас тут подземелечко-то. Может пропустить, но его нафиг. Там минимум 2 дракона такой силы есть. Не хочу я сражаться. Во-во-во-во-во-во-во-во. Вот сюда мы сейчас пойдем. Сейчас мы сюда пойдем. Только пойдем мы более слабой командой. Вот так вот. Вот этот как раз вот тот третий бой, на который у меня может хватить сил. Так, ягодка, в бой. Так, гейзер. Хороший дракончик для начала. Для начинающего, так сказать. Кстати, вот это все драконы, да. Звездная пыль, рокер, рысь, гейзер, агава, банан. Это все хорошие драконы для начала. Так, с тобой мы разберемся методом слива. Вот такое вот заклинание, которое 50% жизни забирает. И отлично. Ну, и шикарно, в общем-то. Выполнили свой второй бой. Так, и нам сейчас дадут боевой сундук, да? Там 4 вроде как было. Так, ну, вообще, хреновая награда, ни одного хорошего осколка. Но зато есть боевой сундук. Есть даже великолепный осколок, но не то, что нам нужно. Увы и ах. Так, закрываем. И еще один бой нужно выполнить нам. Вот, минус 16, думаю, нам подойдет. Так, 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 вместо этого
Возьмем вот так, на всякий случай. 40 на 4 звезды, мы таких осенью обычно убиваем с одного удара. Не, значит, на 3 звезды. Ну, как вы видите, крепкие тут у нас дракончики. То есть, таких 3 дракона осенью ушатают. Тун-ту-ду-тун-ту-ду-тун. Вот у нас есть архангел. Его можно бафнуть. Не, не будем его бафать. Давай вот так. Не, ладно. Ладно, ладно, так пойдем. Он на 3 звезды. Ну, выжил. Все-таки выжил, гаденыш. Тун-ту-ду-тун. Так, мне что-то по стихийкам не очень так получилось. Ладно. О, с одного удара. А галушку завалили с одного удара. Ладно, у нас уже осталось немного драконов. Давайте так сделаем. Так. Остается еще 3. Архангел выживет? Один удар. Выживет. Отлично. Главное, чтобы осталось у нас минимум 2 дракона. Блин, вообще понтовый последний. Та-дам! Вот так вот, примерно так, в общем-то, мы выполнили все наши задания. Ну, дальше нам нужно откатиться обратно к 600 кубкам. Чтобы у нас были противники примерно вровень нам. О, ну вот как-то так. Что у нас здесь происходит? Выполнили условие очередное. Это нам не надо, это нам не надо. Это уже мы сможем тоже выполнить как-нибудь за кадром, ребятки. Ну, все, что хотел вам вроде как показать, рассказать, сделал. Давайте еще откроем напоследочек сундучок. И ничего полезного мы здесь не увидели. Ну, на этой ноте мы с вами попрощаемся. Кстати, я собрал Растафари. До скорых встреч, ребята. Всем пока.